В Пенсионном фонде России рассказали о денежной выплате, получить которую можно при наличии трудового стажа в 20 лет у женщин и в 25 лет у мужчин. Чтобы ничего не пропустить, досмотрите этот видеоролик до конца. А также подписывайтесь на канал и ставьте лайк. По словам специалистов, речь идет о досрочном назначении страховой пенсии по старости. Назначить пенсию немного раньше срока могут гражданину в случае потери им работы. Причем важно, чтобы были соблюдены сразу несколько условий. Во-первых, человек уже должен обладать статусом предпенсионера, который дается за 5 лет до наступления пенсионного возраста. Во-вторых, рассчитывать на льготу могут только те граждане, которые потеряли работу из-за ликвидации компании или ИП, а также в связи с сокращением штата. В-третьих, в наличии у человека должно быть определенное количество стажа. Основные требования – наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, а также отсутствие возможности для трудоустройства, уточнили в ПФР. Там подчеркнули, что решение о назначении досрочной пенсии принимается по согласованию со службой занятости. То есть именно биржа труда должна сообщить в ПФР, что предпенсионер не может найти работу, а потому ему нужно назначить выплату. По информации Приморскстата, средняя пенсия в Приморье сейчас составляет 16 034 рубля. То есть именно на такую выплату в среднем могут рассчитывать указанные категории граждан. Уж лучше бы вернули пенсионный возраст для россиян к прежним показателям. Если согласны, то жмите лайк. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе последних событий. До скорых встреч!